Коли? Карточки? Чи заявку не мала? Заявку не мала, це так, не мала стать гімн України. Я. Ну,
Уважаемые любители футбола, 13 сентября перестало биться сердце нашего хорошего товарища, любителя футбола и просто хорошего человека Александра Дмитриевича Щербинина. Прошу почтить его память минутой молчания. Большое спасибо. Добрый день, уважаемые любители футбола. Сегодня на нашем стадионе проходит матч чемпионата Украины среди женских команд. Между командами «Жилстрой-1» Харьков, «Жилстрой-2» Харьков. А теперь о составах играющих сегодня команд. «Жилстрой-2» футболки желтые. Номер 71 Бондарчук Тарина. Номер 23 Василюк Ирина. Номер 29 Батольская Ирина. Номер 27 Рыжова Татьяна. Номер 33 Мохнач Любовь. Номер 7 Ходорева Елена. Номер 8 Китаева Татьяна. Номер 77 Полюхович Татьяна. Номер 9 Малахова Яна. Номер 5 Андрухи Вероника. Номер 10 Калинина Яна. Тренер команды Зинченко Наталья. Команда «Жилстрой-1» футболки белые. Номер 1 Шульга Вероника. Номер 23 Санина Жанна. Номер 15 Саламаха София. Номер 2 Галыш Яна. Номер 9 Петрик Анна. Номер 17 Апанащенко Дарья. Номер 20 Кочнева Ирина. Номер 96 Кунина Надежда. Номер 88 Воронина Анна. Номер 55 Шевчук Юлия. Номер 28 Авдинчук Ольга. Главный тренер команды Котик Валентина. Президент клуба Харченко Александр. Пригревный флот. Да я шучу, потом бесплатно. Сегодняшнюю игру проводит бригада арбитров в составе. Арбитр Коли Тельбух Людмила, город Днепр. Первый ассистент арбитра Стрелецкая Марина, город Сумы. Второй ассистент арбитра Поважный Ярослав, город Харьков. Четвертый арбитр Павлов Денис, город Харьков. Наблюдатель арбитража Ермакова Оксана, город Полтава. Я посмотрю, как ты через 10 лет. Хотел бы еще нет. Нет, это сам.
Ну да, я вам поближе. Конечно. Беда, спасибо. Со всех сторон. Не, дякую. Не, нас нет, вы нас там даже солнышко вышло. Бегай, ну за. А я думал, это Александр Михайлович. Лопатой, траншеей копать. Шире! А у нас это только на всю Украину. Я слышу, что было. Жевка была, попросили уже туда. Он Жилстрой 2 попросил. Я ей это сам сказал, вы ж верните. Вот они и вернули. Играй! Играй, да ты да! А что там? Что за А ты переживала, что не будет, да? Да и после семьи ехала, там день недели. Ты мне это сам подошла, мне сказала, что ты этот где где-то в нашем барабане лежит. Такие вопросы не задавай, потому что я сразу решаю есть. Да? Нет, нет, ну что, взрослая девочка такая. Вот. Я же целоваться, я вот Милке рассказывал. Будет тебе. Можешь ходить с такими губами. Куда тебе? Да полез наверх. А там все есть, куда ты ловишь? Ну ладно, сюда сейчас идет. Сам же сразу. Просто если потом поставлю камеру и буду снимать, чтобы меня дочь не заходила. А это на кепку ему камеру делаешь. Судью в ресторан! Поважно, поважно. Давай, давай, давай! А я не играю!
Привет. Иди сюда. Привет. Этим ресторанам дорога, надо 500 метров, это так. Здравствуйте, там написано. Вперед, вперед! И там написано. Вот это, по-завтраку. Они часто. Стоять!
Выше! Нет, все записывают, и потом я переслушиваю и все фиксирую. Это ж муляж камера, когда я тут звук пишу. Садись, Жанночка, садись!
Давай, малыш, давай, стоять!
перед тобой представляет. Они должны были, я должен был
Давай, давай, давай. Для кого?
просто чертежи. Выдавливай ее! Отведи, хорошо.
Коля, скажи, малый, знаешь, малый.
там есть четвертый арбитр, хай несет. Если не это... Начало игры 17:00. 19 сентября в среду будет проведен очередной матч чемпионата Украины среди женских команд между командами Жилстрой Дин Харьков, Пантеры Умань. Начало игры 16:00.
Ну,
Yeah.
Рыжевая Татьяна, игравшая под 27 номером, на поле вышла
Скоринина Анастасия, номер 11. Шире, шире. Анька, давай. Играть в мяч, блин, она и шел. И первая на мяче Давай, Ленька, давай! Саша, орел! Давай!
Ростовский любитель. Как вы в Москву ездили? Нам таких давали 20-литровых 5 штук. 5. За 8 лет там заезжает. Дедушка, блядь, за забор зайдите. Что, нормально? Да, все нормально. Забор! Что можешь найти за забором? Алло! Чемпионат Украины. Чемпионат. Забор! Сейчас зону, зону, центр! Я тебе, если да, будешь кричать ура до 9 мая. Yeah!
Ближе! Команде жил строй один, произведена замена. Вместо Петрик Анны, игравшей под 9 номером, на поле вышла Хованская Надежда, номер 5. Одна! Ближе! Да не надо, не слушай ее, бей поворот, не слушай. Не слушай, не слушай ее, бей поворот. По своей тоже. Давай, давай, давай. Здорово, Яночка! Ну, держит, блядь! Шлюха! Шлюха!
Давай, давай, давай!
тобой, судья. Так, поменяйтесь Шевой. Ну я хочу!
Какая желтая, блядь! Иди туда! Спокойно! Спокойно!
Уважаемые любители футбола, находящиеся на теневой трибуне, будьте любезны, во время выхода со стадиона обходите футбольное поле. Спасибо за понимание. Держи!